Прогноз на июль для восьмерок. На экране вы видите года рождения тех людей, которые относятся к восьмеркам. И если мы говорим про тенденцию месяца, то у восьмерочек, восьмерочки в этом месяце имеют полный контроль над ситуацией. То есть результатом управляете вы. Причем это время, которое называется время прямых денег. То есть помимо того, что вы всем управляете, вы все контролируете, напрямую вы влияете и контролируете ваши деньги, ваш карьерный рост. То есть этот месяц, он про деньги для вас. На что здесь нужно обратить внимание? Так, если у нас ключевая тема денег, во-первых, сам месяц по себе, он достаточно такой медленный и будет выглядеть для вас таким с препятствиями, с каким-то, возможно, давлением, сопротивлением и так далее. Но так как вы контролируете, управляете всем, вы легко это будете преодолевать. Причем здесь единственный есть такой критерий, на который нужно запомнить или обращать внимание на один момент, что вы должны соблюдать баланс между тем, что вы вкладываете, и тем, что вы получаете, чтобы не было эффекта, что потратили больше, чем заработали. Также это хорошее время для того, чтобы начинать, в принципе, это такое, про делать действия по зарабатыванию денег, да, то есть планировать такие шаги, как вы будете зарабатывать, производить эти действия, брать на себя ответственность за это. Причем это касательно и вашего бизнеса, и точно так же, если вы, к примеру, в найме, да, то есть вы управляете сейчас ситуацией, вы можете инициировать, к примеру, там повышение, если у вас есть аргументы, да, конкретные, то есть это такие спланировать эти действия и запустить. Что еще? В этом месяце вам нужно обращать внимание, что есть вероятность того, что вас ограбят или предадут. Снова же, вы все разрулите, да? То есть просто нужно реально держать руку на пульсе в это время, и это все будет связано исключительно с темой денег, либо карьерного роста. Дальше. Касательно отношений и здоровья. Вообще это время, которое считается неблагоприятным для поездок к воде, особенно по воде, да, то есть какие-нибудь там морские круизы, это вплоть до того, что даже просто там поехать и купаться, плавать. Да, вы контролируете ситуацию, но здесь есть такой момент, что для вас сейчас вода и все, что связано с жидкостями, это желательно держать под контролем и не провоцировать. Это касается также и чрезмерного там употребления любых жидкостей, да, то есть там алкоголь, да, даже просто элементарно воды, потребление большого количества воды может привести к последствиям, но опять же, вы можете проконтролировать ситуацию, то есть если вы будете занимать позицию власти над тем, что происходит, то все будет управляемо, да, это такое время управляемого полета. Если мы говорим про заболевания, то эта тема
то, что с водой связано, это почки, мочевой, мочеполовая система, это диабет, также это могут быть разнообразнейшие отравления. Также я не особо рекомендую в этот месяц планировать операции, так как там есть наркоз, это всегда жидкость. Да, вы контролируете это в случае, если у вас какая-то экстренная, да, операция, там, любая, вплоть до того, что даже лечение зубов, это все равно вводятся препараты. Ну, тут все равно нужно быть осторожным, потому что вы можете потратить больше денег, чем получить желаемый результат. Да? То есть нужно все брать под контроль, что вам колят, в каких объемах там, и так далее. То есть контролировать все время эти поступаемые жидкости внутрь вас. И также, если вы находитесь возле воды или на воде, или в воде. Касательно отношений, здесь время провоцирует на то, что могут скрыться ваши незаконные сексуальные связи со всеми вытекающими. Причем это может проявиться через болячки, да, то есть вы можете инфицироваться и таким образом в этом узнать. Такой момент пикантный есть. А на самом деле это время, когда вот вас к хорошим результатам приблизит саморазвитие, вот самопознание, когда вы контролируете, да, вот все свои действия именно с точки зрения баланса того, сколько вы вкладываете, что вы получаете в результате. Да, очень нужно следить в этом месяце за расходами своими, чтобы не тратить слишком много. И расходом и как денег, так и энергии тоже. Так, что еще бы я хотела здесь сказать? Ну, я в большей степени именно сакцентирую внимание для вас, что это время, когда вы всем управляете, все можете решить, все можете исправить, вы можете запускать. То есть это месяц, который мы как консультанты ищем для старта вот темы, связанной с деньгами, да, то есть сделать первое ключевое действие в разрезе заработка, да, то ли в найме, то ли на себя, без разницы, ну, то есть месяц здесь нам это не подсвечивает. И это именно время для вас прямых денег, то есть когда вы напрямую, без каких-либо там внешних вмешательств влияете на свои действия, которые приведут к желаемому результату.